Рустам Миниханов подписал указ о создании 9-й должности вице-премьера Татарстана. Помощник президента Лейла Фазлеева станет новым вице-премьером. Ее кандидатура была внесена на рассмотрение в повестку заседания Госсовета Татарстана. Казань-саммит получит федеральный статус. Об этом сегодня сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики. Новый статус мероприятия позволит привлечь большее число интересных гостей. Ограничения на продажу спиртных напитков на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу коснутся всех городов, принимающих матчи. Однако не затронут продажу пива. Более жесткие регламенты будут предъявлены к Таре.